Итак, друзья, только что позвонил в налоговую и, соответственно, задал им вопрос, могут ли рассчитывать на налоговый вычет за покупку квартиры, лица, которые являются самозанятыми. И мне дали, ответ, который я тут же, в общем-то, нашел и на Яндекс.Кью. Правда, там оператор сказал, дайте мне время, я посмотрю. И он сказал, что налоговый вычет можно применить только к доходам, которые облагаются налогом по доходам физических лиц НДФЛ по ставке 13%. Вы, как самозанятое лицо, не платите НДФЛ. 13%, платите налог по специальному налоговому вычету для самозанятых. Друзья, вот вам и ответ. Поэтому, если вы где-то платили налог 13, то можете попросить вычет налоговый. А если не платили, а самозанятые платят там 4, либо 6%, либо 4%, либо 6%, то они, естественно, не платят НДФЛ по 13%, и, соответственно, к ним не может примениться, вот этот налоговый вычет. Друзья, вот, собственно, и все. Так что, если коротко, нет. Могут ли самозанятые рассчитывать? Не могут на налоговый вычет за покупку квартиры. Нет, еще раз, нет. Так что, друзья, вот, собственно, и все. На Яндекс.Кью ссылочку вот на эту короткую статью я оставлю в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.